Прекрасно. У тебя есть 5 минут, чтобы сказать все, что ты хочешь, а потом уходи. Тебе все понятно? Хола. Хола, что ты здесь делаешь? Я выполняю приказ королевы. А кто руководит работой на кухне? Но почему вся работа во дворце сваливается на меня? У меня же есть помощники. И очень много. Но они не так хорошо обучены. Они не смогут также руководить работой на кухне и уборкой во дворце. Госпожа, уже 4 поколения наша семья работает во дворце. Это правда? Как же тогда так вышло, что ты стоишь здесь как сторож? Иди, Пхола, иди и следи за работой на кухне. Если вдруг что-то пойдет не так, то только Бог сможет спасти тебя от гнева королевы. Да, но... Но что? Ты должен следить за прием воды, верно? Я сама это сделаю. Скоро ведь вернутся женщины, а ты такой красивый, умный, молодой. Что, если кто-то из них тебя сглазит? Пхола! Хорошо, я пошел. Кстати, госпожа, вы тоже очень красивая. Бри, собирайся. Скорее. У нас есть только 5 минут. Бежим. Почему ты так на меня смотришь? Автомобиль уже у ворот. Он тебя ждет. Брэм все спланировал. Пока он отвлекает королеву, ты сможешь убежать. Но, тетя... Не нужно задавать вопросы. Ты готова бежать? Бри, у нас очень мало времени. Поскорее собирай свои вещи и пойдем. Боже... Автомобиль Синха еще не подан. Почему? Я забыл, сэр. Ты очень забывчивый. Да, сэр. Ты знаешь, какой сегодня день? Нет. Сегодня свадьба принцессы. Ты знаешь, что ты должен делать? Что? Послушай меня. Ты должен ездить на автомобиле вокруг дворца. Если придет гость, посади его в машину и отправляйся на прогулку вокруг дворца. Да. Независимо от того, кто приходит, ты должен прокатить вокруг дворца и не пускать ворота. Хорошо, сэр. Что случилось, няня? С Бри все хорошо? Да. У принцессы все прекрасно. Я пришла, чтобы сказать вам... Принцесса сбежала из дворца. Что? Отпустите ее. Это ее судьба. Она будет в безопасности. Сэр. Поймите, это ее судьба. Не останавливайте ее. Да. Сегодня никто не сможет ее остановить. Ни королева, ни бог. Привет, ты сошла с ума? Прям хочет сбежать с тобой, а ты говоришь, что не пойдешь. Ты точно сумасшедшая. Суми, я не говорю, что не хочу бежать. Это не так. Я не хочу бежать, никого не предупредив, не попрощавшись. Это странные чувства. С самого детства люди в этом дворце учили меня жить, улыбаться, когда больно. Они любили меня больше, чем моя собственная мать. Они терпели все мои дерзости и никогда не жаловались. Как я могу уехать, не попрощавшись с ними? Но ты все-таки убежишь, да? Да. Наверное, это моя судьба. Тогда я начну собирать сумки. Суми, не забудь взять тот сборник любовных историй. Это наша с Прэмом любимая книга. Ты ведь сильно любишь Прию? Тогда помоги ей обрести то счастье, которое она заслуживает. Прия, я хочу сказать тебе кое-что.
Что? Прия. Я знаю, Суми. Ты хочешь спросить, когда мы встретимся снова? Мы встретимся очень скоро. Ты же знаешь, что рыба не может жить без воды. Так же и Суми не может жить без Прии. Ты еще придешь со своим сумасшедшим и встретишься со мной. Как так вышло? Прем и Арджун – хорошие друзья. Ты и Суман можешь уйти куда угодно и когда захочешь. Ты свободна? Скоро я тоже буду свободна. Я буду гулять, танцевать, петь. Я знаю, что ты рада за меня, Суми. Спасибо, Господи. Я никогда, никогда не забуду твою помощь. Ты знаешь, как сильно я не хочу выходить замуж. Ты прислал Према, чтобы избавить меня от Мукти Махала. Спасибо тебе за него. У нас всего пара минут, давай быстрее. Пойдем. Ты все запомнила? Автомобиль сразу за воротами. Иди, прощай. Ваше Величество, Ваше Величество, простите меня. Простите меня. Простите моего друга Арджуна, Ваше Величество. Хорошо, только отпусти мою ногу. Ваше Величество, нехорошо так сердиться. Ваше Величество, Арджун дурак. Вы даже не представляете, какой. С самого детства мне приходилось за него извиняться. Он глупый и еще не понимает, что делает. Пожалуйста, извините его, Ваше Величество. Я обещаю вам, Арджун никогда больше не сделает ничего подобного. Ни один член вашей семьи больше не пострадает. Простите его такого глупого и молодого. Простите его, Ваше Величество. Пожалуйста, простите его. Ваше Величество, простите. Замолчи, замолчи. Нет, Суман, не твоя судьба быть вместе с Арджуном. Это судьба Прии. Только она имеет право на этот браслет. Мама послала его. Арджун. Суман, это ты? Я был. Дай мне свои руки. Что ты делаешь? Кто разрешил тебе хватать меня за руки? Мама послала этот браслет. Для тебя. Подожди, подожди. Арджун, ты принял мою шутку всерьез? Ты правда все настолько серьезно воспринял, что вместе со своей мамой выбрал для меня браслет? Что ты говоришь? Симран. Пожалуйста, прекрати называть меня Симран. Хорошо? Это просто мой ник в интернете. Я его часто меняю. Я не понимаю. Тогда пойми, что ты глупый. Как ты мог подумать, что после переписки в чате я в тебя влюблюсь? И эти свадебные браслеты... Главная проблема парней. Девушка разговаривает с вами откровенно, и вы сразу же думаете, что она безумно влюблена в вас. Я каждый день с кем-нибудь общаюсь. Иногда я бабли, банти,
Иногда Анжалия Рауля. Иногда как Ева Адама. А иногда я Джульет Ромео. Я так все время свободное провожу. Я не знаю, сколько бедных ребят хотели бы встретиться со мной. Но посмотри, Арджун. Я встретила тебя, красавчика, холостяка, молодого сына главного бизнесмена в этом городе. Арджуна Сингания. Ты не представляешь, что скажут мне мои друзья, когда я расскажу им все это. Бедный Арджун. Но, Симра, я люблю тебя. А я нет. Прости меня, Арджун. Я сказала это не для того, чтобы разбить твое сердце, а для того, чтобы приготовить его для Прии. И я пожертвую своей любовью не один, а 100 раз. Куда ты идешь? Папа, пожалуйста, отпусти меня. Отпусти меня. Моя любовь, моя жизнь зовет меня с другой стороны ворот. Там меня ждет счастье. Если сегодня ты меня не отпустишь, то у меня больше никогда не будет шанса. Счастье убежит от меня. Пожалуйста, папа, отпусти меня. Отпусти мою руку. Прия, Прия. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Папа! Папа! Да? Я хочу вон те воздушные шарики, которые летят в небе. Дорогая, но мы не сможем их достать. Они уже улетели за пределы дворца, а ты не можешь выходить из него, иначе королева будет... Да? Пап, дай мне хотя бы попытаться. Позволь мне попробовать один раз. Дай мне один шанс. Отпусти меня, пап. Иди. Беги, дорогая. Найди свое будущее. Найди все то, что ты ждала 18 лет. Беги. Пап, береги себя. И не переживай за меня. Все будет хорошо. Да, конечно, дорогая. Милая моя, звони мне иногда. Мне будет так трудно жить без тебя. Не забывай меня, принцесса. Разве можно забыть свою мать? Будь счастлива. Простите. Сэр Пхола. Принцесса? Принцесса! Ваше Величество, принцесса сбежала! Принцесса сбежала, Ваше Величество!
убежала? Что? Принцесса сбежала? Остановите ее. Заводи машину. Да, госпожа. Закройте ворота. Она не должна выйти из дворца. Принцесса сбежала. Принцесса сбежала. Принцесса сбежала. Поспешите. Почему вы ездите по кругу? Выезжайте за ворота. Холла сказал мне ездить по кругу. Что? Да. Отлично. Здорово. Тогда просто поезжайте быстрее. Остановите машину. Пхола. Пхола, пожалуйста, дай мне выйти. Нет, я не могу этого сделать. Пхола, пожалуйста, открой ворота. Но это приказ королевы. Пхола, я хочу выйти на улицу. Я хочу встретить свою любовь. Я буду молиться Богу, чтобы ты тоже нашел кого-то. Кто будет тебя любить? Пожалуйста, Пхола, пусти меня. Пожалуйста, сэр Пхола. Пожалуйста. Помоги тебе Бог найти свою любовь. Как ты мог подумать, что после переписки в чате я в тебя влюблюсь? Я провожу так свободное время. Передай это моей будущей дочери. Возьми. Спасибо, Пхола. Закрой ворота снаружи. Что случилось? Ничего. Я притворился, отвлекаю. Давай, беги, беги. Откуда я знаю? У тебя нужно спрашивать, он внутри. Ваше Величество, мой друг Арджун. Арджун тот, которого вы выгнали. Я позвоню ему. Он остановит принцессу, не переживайте. Он вернет ее. Я... Прэм? Да, Прэм. Где Прэм? Ты? Да, повтори. Я не слышу. Прэм! Скажи еще раз. Слушай меня внимательно. Уезжай вместе с Прией. Дай мне поговорить с Прэмом. Тихо, тихо. Что за бред? Я никуда с ней не поеду. Ты с ума сошел? У меня нет времени все тебе объяснять. Просто сделай это ради нашей дружбы. Уезжай, хорошо? Давай. Послушай, алло. Черт. Ты отключился? Не я. Это Прэм. Арджун, как ты можешь так поступить? Ты в своем уме? Королева только что тебя простила. Как ты можешь убежать с принцессой? Ваше Величество, Арджун сбежал с принцессой. Арджун! Прия, остановись! Прия!
Ваше Величество, принцесса сбежала! Арджун, как ты можешь так поступить? Ваше Величество, Арджун сбежал с принцессой.